Приветствую вас, аноним. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Что делать в такой ситуации, если не могу ни с кем познакомиться? Когда знакомиться, сразу все запинаешься один раз. Познакомился и сразу попал в черный список из-за того, что не понравился девушка. Пишите вы. Ну, мне кажется, что над чем бы я здесь поработал бы, это, конечно, над самооценкой, вот, в первую очередь. Вторую очередь, над чем бы я здесь поработал, это, пожалуй, сам контекст общения, который вы выстраиваете, в том смысле, что, ну, вот если вы, например, просто знакомитесь с девушкой, если вы, ну, просто, вот, именно просто знакомитесь с девушками и все, то, конечно, у вас будет большой шанс того, что на вас будут смотреть в какой-то степени оценивающе, потому что когда люди знакомятся просто так, то, как правило, это, в общем, носит довольно-таки оценивающих характер. Вот, поэтому вам необходимо, как мне кажется, больше обратить внимание на контекст. Вот. На контекст вашего, ну, общения. Вот. Вашего общения именно с девочками, возможно, даже не только с ними. Вот. То есть ваш круг общения в большей степени, как мне кажется, сейчас определяется именно вот какой-то внешней истории, вот, а не, значит, интересом, чем-то общим и так далее. То есть я бы сказал, что имело бы смысл смотреть в сторону личностного роста вашего, вот, и развития интереса. Если говорить непосредственно про запинание, то как бы это требование от себя с одной стороны говорить, как там красиво, хорошо и правильно, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, это как-то вот не про интерес того, о чем вы говорите. То есть, когда вам важнее, например, то, как вы говорите, а не то, что именно вы говорите. Вот. И, соответственно, в целом ваша самооценка, да, и уверенность в себе, вот, скорее вызывает вопрос. Вот. И, соответственно, вот это вот вам нужно делать. Заняться собой, заняться психотерапией, вот. Позаниматься ею какое-то время, вот, смотреть на то,
какие проблемы у вас появятся. Вот, решить их плюс-минус постепенно. И дальше уже двигаться. Потому что сейчас то, о чем вы говорите, больше похоже на в качестве приоритетов выделение красивой речи и факта знакомства с девочками. Все. Больше особого интереса, особых приоритетов я у вас не увидел. А этого очень мало для контакта, это очень мало для, ну, для того, чтобы общаться. Вот. И чем более вы заинтересованы в общении такого рода, чем более вы чувствуете, что нуждаетесь в общении, вот, тем, конечно, более уязвимым по факту вы становитесь. Вот. Что касается черного списка, ну вот в целом, да, если говорить про черный список, например, что касается черного списка, то, на мой взгляд, вы выбираете людей определенных ценностей, скажем так. И это вопрос к вам. Вот. Как получается, что вы выбираете таких людей? Вот. С такими ценностями, которые могут вот ну, к вам отнестись таким образом. Вот. Понимаете, да? Вот. Так что я думаю, обо всем этом вам нужно подумать. Вот, как-то это переоценить для себя. И дальше уже решить, что с этим делать. Вот. А что именно вы будете с этим делать? Ну, я имею в виду конкретно, что именно вы будете с этим делать. То уже, мне кажется, вы решите постфактум. Вот. В этом вам может помочь психолог, в этом вам может помочь специалист. Вот, если вы, ну, выберете специалиста, если вы будете работать со специалистом, вот, то вам в этом помогут. То есть один вы не останетесь. Вот. Но сейчас, мне кажется, вы вот, что называется, чересчур фиксируетесь на вещах, достаточно периферийных. То есть я бы не сказал, что это прям совсем не важно. Вот. Но
Также я бы сказал, что вами, скорее всего, значимость переоценивается. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд. Вот. Поэтому решать вам, смотреть вам, я думаю, что какую-то пищу для размышлений я вам дал, надеюсь, вот, а вам уже решать, как с этим обращаться, что с этим делать и как дальше вам двигаться. Ну, по жизни я имею в виду, например, своей, да? Вот. Потому что всем девушкам вы нравиться не будете. Я надеюсь, что вы это понимаете. Вот. Надеюсь, что вы отдаете себе в этом отчет, что всем девочкам нравится вы не будете, и не, это невозможно. И, честно говоря, наверное, и не нужно. Вот. Но, если такое желание у вас возникает, к примеру, что вы хотите обязательно всем понравиться, вот то с этим тоже можно поработать. На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.